Здравствуйте, друзья! В этом видео я вам покажу, как залить файл, аудиофайл на специальный сервис podfm.ru. И сразу скажу, для чего это нужно. Ну, во-первых, этот сервис очень качественный, и он не даст вам перегрузки ваших серверов. То есть вы, закачивая сюда свои аудиофайлы, трафик будете направлять на сервис, на серверы вот этого сайта. Поэтому у вас это не будет тянуть вот эту нагрузку, да, не будет давать нагрузку на ваши сервера, и вы сэкономите деньги в итоге. Вот. Поэтому сюда закачиваете все аудиофайлы, берите код, а код размещаете непосредственно уже у себя на сайтах. Ну что, давайте начнем. И я вам на примере покажу, как загрузить сюда аудиофайл и затем взять код и разместить у себя на нужном сайте. Значит, давайте вам покажу, какой я файлик сейчас буду загружать. Вот это у меня этот файлик. Весит он 37 мегабайт. Загружать сюда можно аудиофайлы до 100 мегабайт, поэтому обратите на это внимание. Значит, первое, что вы должны сделать, это, естественно, зарегистрировать здесь аккаунт, а после войти в свой аккаунт. Я уже здесь зарегистрирован, поэтому я сразу сюда вхожу. Нажимаю «Войти» и оказываюсь внутри своего аккаунта. А здесь нажимаю вот эту красненькую ссылочку «Добавить». Нажимаю «Добавить». Здесь нам предлагается загрузить файл, но я буду загружать файл с компьютера. Вот у меня этот файлик. Два раза на него нажимаю. Нажимаю загрузить, и пошла загрузка. Теперь нужно подождать, пока все это загрузится. И затем я продолжу вам показывать, что нужно делать дальше. Ну, чтобы не терять ваше время, я поставлю здесь на паузу в Camtasia. После того, когда весь файл загрузится, я опять начну записывать видеоурок. Ждите. Так, ну... Что вот и, друзья, и закачался наш аудиофайл. Теперь давайте продолжим, что нужно сделать следующим шагом. Значит, номер выпуска. Смотрите, вы вообще тут пишете все описание, как и нужно, да? Если что-то свое размещаете, можете это писать. Теперь в ленте тут ничего не трогаете. Вот рубрику вы выбираете обязательно это. Пусть будут аудиокниги, аудиокниги, аудиокниги. Все. И нажимаем «Сохранить подкаст». Вот, подкаст сохранили. Теперь вот мы видим, что получилось такой плеер получился, да? И теперь вот нам нужно этот плеер вставить в нужное место на сайте. Где мы берем код? Спускаемся чуть ниже. Вот здесь есть WordPress, HTML. Да, в принципе, одно и то же. Но вот мы берем WordPress и копируем полностью весь этот код. Кстати, здесь вот появилась новый пункт Flash Player. Ну, его мы не будем брать. То есть нам просто WordPress. Берем этот код. Копируем ссылочку. Идем на тот сайт, куда мы хотим ставить наше аудио. У меня это вот этот сайт на сервисе QuickPages. Я захожу на редактирование этого сайта. Непосредственно на редактирование этой страницы. Здесь у меня открывается следующее окно. Вот оно. Так, идем в визуальный редактор. Пришли специально в визуальный редактор, чтобы определить место, куда мы будем вставлять наше аудиоинтервью. И вот здесь я делаю чуть ниже. Здесь мы напишем текст. Так. Слушайте аудио интервью
Довольным. Тут даже можно написать вот так вот. Нажмите на кнопку play ниже, чтобы послушать аудио-интервью. Может так. Спускаемся ниже. Здесь ставим по центру. Главное, обратите внимание, ставлю по центру, да, текст. И ставлю такие звездочки. Сейчас вы поймете, для чего. Вообще, это делается для того, чтобы потом в HTML-редакторе знать, куда вставить вот это окошко, да, вот этот наш плеер. Вот. Кстати, здесь можно выделить, например, нажмите желтым подчеркнуть, чтобы непосредственно человек понял, куда ему нужно нажать. Ну, в принципе, этого достаточно. Давайте сейчас перейдем в HTML, находим теперь в HTML вот эти звездочки, видите, вот они, звездочки, и вставляем наш код, который мы копировали чуть ранее. Теперь опять нажимаем визуально, и вот у нас здесь появился вот этот блок, где человек может послушать интервью. Так, здесь я сделаю небольшой отступ в один пробел. Так. И теперь нажимаю обновить. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем просмотреть. И вот, пожалуйста, здесь у нас вставилась вот эта формочка, да, вот этот плеер. И теперь человек, который хочет прослушать данное интервью, может нажать. И отлично. И также человек может нажать сюда и скачать данное интервью. Ну, кстати, можно дополнительную ссылку дать на скачивание, чтобы люди, которые не знают, что сюда надо нажимать, еще нажимали и скачивали по специальной ссылке. Скачать, вот здесь вот есть ссылочка, вот мы сейчас перешли назад на сервис до PDFM, и вот есть ссылочка для скачивания, да, вот скачать MP3 файл. И вот мы можем копировать адрес ссылки, нажать. Вот, и теперь, перейдя сюда, и здесь можем добавить сюда куда-нибудь эту ссылку. Давайте. Заходим на редактирование. И вот здесь у нас делаем по центру. Скачать просто ставим. Выделяем, нажимаем добавить ссылку, вставляем, открыть в новом окне, добавить. И опять это можно все обновить. Нажимаем обновить. Все, нажимаем просмотреть. Всегда проверяйте, что получилось в итоге. Вот, пожалуйста, если человек нажмет скачать, у него начнется скачивание вот здесь внизу.
мы видим, началось данного аудиофайла. Ну, мы это сейчас отменим. Все. Вот именно таким образом вставляются аудиофайлы на наши страницы, и перед этим они, естественно, закачиваются на сервис под FM. С вами был Артем Плюшков. Спасибо за внимание. Пока.